Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 11842 рубля баланс на джиджи-дропе. А это значит, что прямо сейчас я вместе с тобой буду пробовать открывать самые окупаемые кейсы. И цель сегодня простая. Это 100 тысяч рублей попробовать поднять с 11. И я знаю, что это будет максимально тяжело. Ну, как минимум, просто потому, что прошлые ролики мы выводили почти 1 миллион, и после этого я депозитил всего лишь 1000 рублей. Но зато сейчас будет очень интересно, потому что у нас открывается очень крутой пул кейсов. 10 тысяч рублей это более чем достаточно для того, чтобы пооткрывать, ну, можно сказать, самые доступные кейсы, посмотреть, какой из них окупает, и если тебя окупает, за это ухватиться. Поэтому попрошу, пожалуйста, прямо сейчас поставь свой царский лайкосик, знай, что твой лайк очень важен. Плюс 360. Просто почти в два раза окупила. Поставь лайкосик и спасибо тебе огромное, что смотришь. Ну и не забывай, что если когда-нибудь ты окажешься на джиджи-дропе, захочешь поиграть и воспользуешься пополнением, используй самый рабочий и самый окупаемый промокод GGPRDTR. Он окупает больше, чем на 11%. Как минимум, он дает бонус 11%. Когда ты закидываешь 10 тысяч рублей, тебе приходит 1100 бонусом. То есть просто, давай по-простому. Когда ты используешь промокод, он дает самый большой бонус плюс 11%. И помимо того, что он дает самый большой бонус плюс 11%, он тебе еще и окупит. Поэтому обязательно используй его всегда, когда будешь заходить. Просто знай, что это, ну, очень крутая тема. И заходи в барабан бонусов, потому что здесь... А что у нас барабан бонусов работает? Вы можете ввести код. Ну, во-первых, первый раз ты можешь просто так нажать, а во второй раз, когда уже прокрута не будет, ты сможешь применить код и просто прокрутить его совершенно бесплатно. Получить какой-нибудь один из этих классных призов. Например, кстати, кейс за пополнение. Очень крутая штука, потому что помимо того, что ты получаешь плюс 11%, можешь еще и получить кейсик. Тоже очень крутая вещь. Поэтому полетели прямо сейчас. Лимитированная серия. Блин, ну вот хотелось бы, конечно, вот что-то такое бахнуть прям сразу по типу чужого. Но я понимаю, что скорее всего нас может сейчас подслить. Хотя давай так, мы не будем просто открывать на 3 раза. Нам это не нужно. Откроем на 1 и посмотрим, насколько далеко он может нас занести. Кровяное давление, блин. Это было бы самое фееричное начало, которое только есть. Да, безусловно, мы подслили, ну ладно. Давай пройдемся тогда по тому, что есть рядом. Рашей, я бы очень сильно хотел проверить крейзи кейсы. Ну, чуть-чуть попозже мы их проверим. В любом случае, пока что я думаю, давай разберемся с дорогими. Потому что вот я начал с чужого не просто так. Он меня окупал. Rush A, Rush B тоже невероятно крутой кейс, который тоже меня окупает. Поэтому смотри. Легенды, кровяная паутина, сталь, бронзы, основа. Поехали, 6 тысяч рублей. Let's go. Вот здесь самое главное, чтобы просто хотя бы... Ой-ой-ой. Ну, если бы это было кейс за 1000 рублей, за 2000 рублей, я был бы рад. Но когда ты открываешь кейс за десяточку, тебе просто сразу минус 5000, я думаю, это какой-то знак. Нужно опускаться ниже, пробовать что-то вот такое, по типу хайпа, кстати. Вот, нет, это не хайп нас окупил в прошлый раз сильно, хотя честно не помню. Короче, открываем. Наша цель 100 тысяч рублей, и я уверен, что сегодня мы к ней придем. Мистер Кейсы, поехали. Ледяной светящийся и магический. Ну... Такое ощущение, что магический как будто прям сразу нет. Можно попробовать светящийся. И если он один раз тебя окупает, можно вернуться еще раз с него. 500. Ладно, понял. Неплохо. Ну, на самом деле ужасно. Тогда Ватсон на 2. То есть, чтобы максимально было к 1000 хотя бы близко. Потому что мы меньше 1000 открыли. Это почти перчатки, да ладно. Слушай, ну вот это интересно. Давай на 4. 2 раза открыл, окупило. Попробуем на 4. 740, идеально. Идеально. Нормально. Так, вот это хорошо. Второй раз открываешь, второй раз окупает. Поехали на 2200. Причем, что когда мы открыли на 4 раза, он окупил нас, как будто мы открыли его 5 раз. Так, а сейчас... Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Нормально, 2040 рублей, но хотя бы первый кейс, который наш купил, это уже хорошо. Туалет и пилот. На 1 раз, 1000 рублей. Обмотки рук осторожно, кровь в воде, наследие, полетели. Будем натыкивать. Конечно, хотелось бы попробовать сегодня контракты. Очень... Стоп. Нормально. Нормально, 2500. Так, подожди, а если Бэтмобиль? Тут вообще перчатки и нож. Тут, кстати, нож падает. Помимо того, что... Стоп.
Да здрасте, приехали, ни хрена себе. 13 тысяч? Сюда. Так, конечно, мы это выводить не будем. Конечно, мы это оставим и попробуем пойти дальше. 18 тысяч рублей. Вот так вот просто 2 тысячи рублей. Посмотри, нас окупил кейс за 1000, нас окупил кейс за 1500, может тогда и самокатчик откроем за 2 тысячи рублей. Но то, что у нас уже небольшой плюс сегодня, мы в 2 раза окупились, это очень хорошо. Аквамариновая месть. 3 тысячи. Ай, хорошо, слушай, даже это окупило, ну я понял. Туалетный пилот, бэтмобиль, самокатчик, все кейсы окупны. А вот теперь самое интересное, призрак окупит или нет? Фух, попрошу тебя, пожалуйста, поставить лайк прямо сейчас. Если будешь смотреть, просто прожми, прожми его, потому что мне безумно приятно, когда ты поддерживаешь мой канал. Ну и, конечно, не забывайте, мужики. Нормально. Даже этот нас окупил. Вся коллекция нас окупила. Нужно проверять ее больше. Поэтому, мужики, лайкосик. И если будете играть, не забывайте использовать промокод GGPRDTR. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. До завтра.